Прием, прием, я сосна. Как меня слышно? Береза, ответьте сосне. Шучу, конечно. Ну что, ребята, вот микрофончик подсоединила, так что будем проверять, как работает новый микрофон. Раньше снимала с наушниками. Ну, конечно, мы часто используем нашу GoPro-шку, но вы знаете, иногда люблю снимать на телефон под настроение. И, конечно, вечером, вы знаете, мне кажется, лучшее качество. GoPro-шка вечером очень, очень плохое изображение. И снимаю на телефон. Иногда в последнее время стала снимать на телефон, поэтому вот решила себе микрофон купить. Не знаю, почему я раньше его не купила. Снимала с наушниками, но вы знаете, еще хуже, чем без наушников, потому что наушники трутся, этот сам микрофончик на наушниках трется об одежду или под волосы, и знаете, такой неприятный звук получается, это шуршание, так не очень мне нравится, поэтому я снимала вообще без ничего. Итак, сегодня тестируем новый микрофон. Say hello! Hello! Всегда смеюсь, не можешь, смешинка ты моя любимая. Мы на заправке. Давайте мы вам цены покажем на бензин. Кому интересно, посмотрите, какие цены. А вот только любимый говорит, что цены у нас подскочили. Итак, 2,99, но это за галлон, ребята. Regular, 3,25 экстра и 3,49 Supreme. Кому интересно, вот наши цены на бензин в Нью-Йорке. Ну что, ребята, знаете, куда мы решили сегодня съездить? Сегодня мы решили съездить на Таймс-сквер. Это можно так назвать, сердце Манхэттена. Еще Таймс-сквер называют перекресток мира. Обычно мы снимаем видео из машины, проезжаем Таймс-сквер, как говорится, проездом на машине. И сегодня решили именно выйти и прогуляться пешком там. И, конечно же, показать вам перекресток мира. I love New York. Мы тоже очень любим Нью-Йорк. Каждый раз говорим, какой же все-таки это замечательный город. Всегда столько всего нового, интересного. Хоть и живем здесь уже много-много лет, но всегда можно увидеть что-то новое, что-то необычное, что-то интересное. Одним словом, мы, конечно, очень-очень любим наш город. Остановились возле этого здания посмотреть, какие интересные здесь картинки меняются. До этого снег был. Посмотрите, как интересно. Мехико! Посмотрите, как огромный телевизор такой на этом здании. И вот если туда посмотреть вверх, какое оно огромное, ни конца, ни края не видно. Хочу вам еще показать. Сейчас меняются эти картинки. Мы видели, то снег шел, то... О, классно, посмотрите. О, вау. О, вау. О, вау. I wanna wait for the water. Okay. Вот, смотрите, хотели показать вам, как интересно, как вода льется по всему зданию. Смотрите, как необычно. Классно, нам понравилось очень. А мы направляемся на Таймс-сквер. Сколько здесь всего интересного, сколько всего хочется показать вам. Конечно, была хорошая идея, это была, кстати, идея любимого моего, чтобы пройти погуляться по Таймс-сквер. Потому что сколько раз здесь были, но всегда, как я уже сказала, всегда можно увидеть что-то новое, что-то необычное. Ищет, хочет найти Ольгу. Видите, можно купить такие, что это, магнитики с разными именами. Передает вам наш президент привет. Всем привет!
Make America great again. А, вот, вот этот Big Apple Circus. Мы были... Ай! Чуть не сбил меня. Мы были в этом цирке, так нам понравилось, и у нас есть видео на нашем канале из этого цирка. Где он потерялся? Любимый мой потерялся. Ребята, а это магазин конфеток. M&M. 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 В Нью-Йорке. Да, конфетки, на каждой конфетке написано «I love New York». Посмотрите, какая красота. $15 такой набор стоит. You say? Давай-давай. Иду-иду. Ребята, как здесь пахнет вкусно. Здесь пахнет шоколадом. Я бы здесь не смогла работать, я бы шоколад трескала, наверное, весь рабочий день. Маечка такая. How much? $30 за маечку, ничего себе. Каких только здесь магазинов нет. Посмотрите, ребята, магазин носков. Только носки в этом магазине. Разные-разные можно найти. Смотрите. И такие. Что-то нашел еще. Какие-то еще носки интересные нашел. Каких здесь только нет носков, а? Ну, надо такое придумать. Магазин носков. Носочки стоят $8. $8 for one pair. Одна пара. Захотел себе такие носки. Вот такие, с кирпичиками захотел себе. That's right. Говорит, самое лучшее время прийти сюда после праздников, потому что на праздники мы даже не думали бы сюда прийти, потому что здесь улицы были перекрыты, потому что здесь столько было народу, что просто кошмар. Ну что, ребята, мы на Times Square, мы в центре, мы в самом сердце Манхэттена. Да, сейчас покажу. Wait, okay, I got it. Сейчас вам вот так вокруг все поснимаю. Give me one second. Right now, I'm about to take off my coat. We're about to start. О, какое-то шоу здесь будет проходить. Here we go. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear this tie. Wondering if I can sneak up the back. Nobody's even looking me in the eye. Take my hand, finish my drink, see, shall we dance? Oh yeah, you know I love you. Everybody train up. Ladies and gentlemen, you guys have nothing to do with it. You're gonna charge, you don't get too close. I know. Говорит, не подходи близко, они бесплатно не разрешают снимать. Here we go, y'all. Right now, we're about to stretch out, warm up. Посмотрите, каких только здесь нет. No, it's okay, thank you. А? Little teddy bear, the big teddy bear. О, посмотрите, какой большой teddy bear, огромный. Да, это Бродвей шоу. Это как реклама Бродвей шоу.
в таких огромных пластиковых шарах. Lion King. Sorry. Таких шаров я не помню, раньше их здесь не было. Холодно, ребята, у нас морозно. Ну что, друзья, конечно же, ждем ваших комментариев. Пишите нам, как звук, как вам видео, понравилось ли наше видео. Все, не знаю, как этот микрофон, в какое место его лучше прикрепить. Так, будем ждать ваших комментариев насчет звука. И, конечно же, если понравилось вам наше видео, не забудьте... куда он опускает, не забудьте ставить пальчики вверх. И, конечно же, кто не подписался, подписывайтесь на наш канал. Мы очень рады новым подписчикам, новым друзьям. Все, пока-пока, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.